С именем Ельбасы связана история независимой республики. Нурсултан Назарбаев оставался бессменным лидером Казахстана почти 30 лет. Под его руководством страна достигла небывалых высот и мирового признания. О роли первого президента в развитии страны говорили на диалоговой площадке в Кызылжарском районе. Первый президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана. Вся его деятельность является ярким примером служения своему народу. Роль Ельбасы в становлении нашего государства неоценима. Роль нашего президента в развитии Республики Казахстан очень важная и очень большая, потому что он для страны сделал много важного и очень значимого. Его знают вся страна. Нурсултан Абишевич Назарбаев известен всему миру. О его деятельности знают все представители, народы. Благодаря его мудрой политике в Казахстане под одним шанераком живут более 130 народов. Наталья Барабаш представляет русский этнокультурный центр. Ей довелось лично встретиться с Ельбасы в столице. Поделилась впечатлениями. По словам Натальи, молодежь обязана знать, что с именем Нурсултана Абишевича связана современная история Казахстана. Мы проводим мероприятия с молодежью, воспитываем у них патриотические чувства, чтобы они были, гордились своей страной, гордились достижениями, гордились нашими замечательными земляками. А тем более в преддверии этого праздника, конечно, мы должны все гордиться нашим Ельбасы, первым президентом, который столько много сделал для нашей страны, для нашей Родины. Разговорами не ограничились. Ученица 11 класса Бишкульской средней школы-гимназии рассказала отрывок своего сочинения, посвященное первому президенту. Послушав то, что говорило наше старшее поколение, я узнала очень много другую сторону нашей истории и узнала много очень интересного про нашего президента. Они именно говорили о встрече, о том, что там происходило и о тех временах. Диалоговая площадка объединила представителей сразу нескольких поколений. За круглым столом ветераны, школьники, активисты и педагоги. Встреча завершилась концертной программой. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.